сентября, через час небольшим будет 13-е. Это день рождения моей подружки, поэтому вы видели доставку, как я собираю свечку, положила зажигалку, чтобы не забыть. И поеду к подруге, поздравлять ее с днем рождения, посетим ее, поедим пиццу, съедим то, что я купила. Мне кажется, это должно быть вкусно. Вот в этом, например. Идти. Нет, он... Чуть-чуть выше дальше посмотрим. Пиво бутылочку. Ну, вот это крупно. Вот. Мне нужно 3, а в магазине осталось последнее. К счастью, у меня есть еще одна дома. Сейчас покажу. Вот. У меня есть 2 штучки, мне нужна 3, потому что у меня 3 упаковки, 3 вкуса. Все, научите ее разговаривать и думать снова. 3... SKU это называется. 3 разных вкуса моего напитка, дизайн для которых я сделала. Вот. У меня сегодня чудная сережка. В ухе я сняла еще одну кап. И даже успела на пару. Все. В 8 вечера у меня... Боже, 8 вечера через полчаса. 8 вечера у меня дедлайн по рабочей картинке. Какой ужас. Я пришла домой. Сегодня 25 число, первый день сессии. Через 30 минут заканчивается выбор вариативов. Нужно заняться этим, и я обещала в течение часа прислать картинки рабочие. Купила картон,
красный и бежевый, хотела зеленый и коричневый. И купила бутылку, к счастью. У меня такой бардак. Я убегала в торопях, я ничего не успела убрать. Я оставила все на свете. И... представляете, снежская, но такая же бутылка. Что я говорила? Убегала, оставила все как есть. Сегодня еще пасмурно, так что, видимо, нужно смириться с тем, что сегодня не будет отфоткано ничего. Но я точно вырежу этикетки, наклею их. Сложу конвертики для семян, придумаю, что туда вместо семян запихивать. Сейчас сделаю штучки по работе. Закажу, выберу вариатив, иначе я попаду, никуда не попаду. Закажу бумагу или подумаю, что делать с бумагой. И, возможно, вечером схожу за бумагой в Леонардо. И у меня еще 3% зарядки на телефоне. Впервые в жизни я возвращаюсь домой с тем, что у меня 3% зарядки на айфоне. У нас сегодня почему-то отключили Wi-Fi, и мне печь запрыгнула. И мне пришлось заниматься... У меня сегодня была психологиня в 11:30 утра. Мне пришлось заниматься с ней по мобильному интернету и по телефону, поэтому у меня закончилась зарядка на телефоне. Я вышла, пошла к ортодонтке. Оттуда зашла в Читай город. Ну просто, ну какова? Видите, у меня даже бардак на столе. Я купила себе лапшу, так что сегодня будет что поесть. И зашла за бургером по пути, потому что я не успела позавтракать, потому что я проснулась за 20 минут до начала сессии с психотерапевткой. Все, я заканчиваю. У меня 150 тысяч чеков в сумке, потому что карточки. Потому что все, что я делаю последние дни, это, по-моему, живу между типографиями, Леонардо, Читай городом и домом. Надеюсь, вы не факапите дедлайны, и у вас все прекрасно. Ну ничего, и это тоже когда-то закончится. Всем привет! У меня случилась покупка проектора. Я мечтала о нем несколько лет. Он такой легкий. И я очень надеюсь, что он будет работать.
У него такие были чудные отзывы, такие радостные. Поэтому у меня на него большие ожидания. Ой, какой он крошечный. Такой миленький. Ой, ну... Такая кожаная ручечка коричневая. Просто чудный. Шнурочки. Что такое? Как ребенок. Все в рот, все в рот. Инструкция. Посмотрите на него.